И всем привет, с вами снова Бивис. Это Minecraft Sky Factory 3 от Feed the Beast, 12-я серия уже. В прошлой серии, как вы помните, мы наконец-то сделали вот этот Grow Crystal 2-го тира. Теперь мы добываем эссенцию, точнее выращиваем ее очень быстро, очень быстро. И я думаю, что нам нужно сделать фермера, как я и хотел в прошлой серии. Отлично, просто как они быстро растут. Как они быстро растут. Давайте посмотрим, что нам для этого нужно. Итак, нам нужен фармер, по-моему, называется. Так, есть фарминг стейшн. По-моему, вот это нам нужно. Так, и что для него надо? Во-первых, для него, скорее всего, нужна запитка будет. Вот этот вот блок, это не проблема. Семечки не проблема. И это, думаю, тоже не проблема. Так, давайте посмотрим. Так, кварц у нас есть, отлично, железо у нас есть. Нам нужен блок железа всего лишь навсего. Так. А нам один блок нужен? По-моему, не один. Нужно 4 блока железа. На 4 мне, наверное, не хватит. Давайте я пойду возьму еще железо. Железа у меня много. Можно, в принципе, так переключаться. Так, один у нас блок есть. Надо еще 3. Так, отлично. Теперь нам нужно 4 палки. Значит, кварц, 4 палки и железо. Отлично. Семечки у нас есть. Семечек у нас с собой нету. А вообще они у нас есть. Кстати, надо джетпак зарядить, я думаю. А то как бы не подвел он в самый последний момент. Так. Значит, нам нужно, по-моему, вот так. А что это сейчас было? Chicken bite? Вот как это делается, ребят! И, скорее всего, с пшеничкой то же самое. Чтобы призвать еще корову. Отлично. Чисто случайно я узнал, как это делается. Обожаю это. И что-то я сделал неправильно, походу. Да нет, все правильно. А! Ну да. Нам же не просто блок железа нужен, а звездный блок. Надо разгрузить, сейчас будет сумки, я думаю. Так, выбрасываем сюда наше железо. Отлично. Готово. Вот теперь точно готово. Так, раскладываем. И вот он наш фермер. Отлично. Фермер готов. У нас уже почти все созрело. Великолепно. Давайте поставим его, наверное, прямо сюда. И да, ему нужно запитаться. Но запитаться для этого нужен все-таки, наверное, флюкс поинт. Давайте попробуем, что нам для него нужно, я уже не помню. Флюкс поинт. Сначала нужно флюкс плаг, флюкс блок. Так, ну флюкс получить легко, это обжаривать редстоун. Как получить вот это? Нужен обсидиан. Нужен флюкс и нужен глаз эндера. Ну, в принципе, тоже не проблема. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Значит, кинем сюда обжариваться редстоун. Правильно же? Да, правильно. Так, и нам нужен обсидиан. Обсидия. Нам нужна бочка. Бочка. Я уже не помню, как ее даже делать, если честно. Так, вот она. Полублок и камни.
Хорошо. Это значит тоже в печку. Так, и нам нужен глаз Эндера. А для этого нам нужен сам глаз. У нас всего три штуки. Печально. Так, нам нужно будет ведро. Так, один уже готовый есть. Так, а чё я ищу-то? Ну, в принципе, они бы застакались. Вот нам что еще надо, три штуки. Давайте сразу их сделаем. Отлично, 4 есть, но я думаю, нам этого хватит вполне. Так, нужно, наверное, разобраться с сумочками. Да, думаю, стоит это сделать. Сейчас я выгружу лишнее. Так, это мне не надо, это 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 не надо. Тоже пока не надо, тоже не надо. Семена тоже пока не надо. Кварц, не знаю, оставлю. Вот это не надо, это не надо. Это, и это, и это, и это, и это. И вот это. И вот это. И вот это, и вот это. И вот это. И вот это. Ну, вроде все. Давайте покрафтим, наверное, сумочки. Может быть, откроем легендарку. Отлично. Здесь мы все сумочки собрали. И возьмем еще пару отсюда. Было бы неплохо открыть легендарную сумку. Может быть, выпадет что-то очень классное. Так. Отлично, пойдемте заберем остальные. 2, 3, 4. Раз, два, три. Ну, в принципе, у нас даже лишние, наверное, останутся. Но мы их загрузим обратно. Так, закидаем сначала вот это, потом вот это. Отлично. Ну, мы на полпути, могу сказать так. Мы почти на полпути. О! Отлично. Вот теперь мы точно на полпути, по-моему. Вот это вот мы сразу. Да, у нас есть уже две эпические сумки. Еще две и будет легендарная. Откроем легендарную сумочку. Давайте пока вот это все сюда загрузим. И нам нужен камень. Камень у нас готов. Делаем полублок. Делаем вот так. Есть. Так, а у нас есть источник воды-то бесконечно. У нас нет источника воды-то бесконечно. Нет, у нас источник воды-то. Это плохо. Это очень плохо. Нам нужно. Так, одна вода у нас есть. В принципе. Давайте временно, наверное, я где-нибудь вот здесь это сделаю. Мое временно это будет на вещи. Так, заберу пока отсюда воду. Сейчас я ее туда верну. Так, готово. Сюда ставим нашу бочку. Пойду сразу поставлю свой джетпак на зарядку. И вот сюда. А он сейчас быстро, в принципе, зарядится. Не знаю, планирую еще прокачать джетпак до второго тира, потому что одного все-таки, конечно, маловато. Одного все-таки маловато. Выворачиваем это сюда. Отлично. И нам нужна лава. А вот это уже попроблематичнее будет. Достанем ее отсюда. Достали.
Отлично. Так, по-моему, надо сделать как-нибудь вот так. Есть. Так, сколько нам их надо? Давайте сразу посчитаем. Так, сначала нам нужен флюкс-плаг для этого. Так, нам флюкс-плаг нужен один. Нам нужно 4 вот этих. Их делается сразу 4. Значит, 4 обсидиана. И еще 8 обсидианов. Так, здесь делается по одному, значит, еще 4. Да, у нас получается сколько? 4, 4, 4, 12. Короче, 16 штук. Давайте сделаем. Я думаю, этого будет достаточно. Да, вот так вот бегать, конечно, надо было здесь где-нибудь. Ну, ничего страшного. В принципе, ничего страшного. 3 уже есть. Осталось еще 13. Забыл вылить воду. Давайте, знаете, я, наверное, как сделаю. Я сейчас вот так вот сделаю. Просто сделаю себе ведер. Железа у меня полно, могу себе это позволить. Сделаю себе просто дофига ведер. Вот так вот 6 сделаю. И наберу их всех лавой. Так, так, так. Вот так вообще отлично. Вот так дело быстрее пойдет. Наливаем сюда лаву. Воду. Забираем. Лаву. Воду. Забираем. Ой-о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 й. Ой. Уже 8. Уже 10. Так, вот это мы. Нам надо еще 4. А, нет, не 4. Надо еще 6. Так, 4 пустых ведра. 5 пустых ведер. 6 пустых ведер. А, отлично. Набираем еще 6 ведер. Уже кончилось. И все. Сейчас закончим. Я думаю. Если опять же таки нигде не ошибся. А, вот и ошибочка. Вот и первая ошибочка. Угу. То есть именно алмазная нужна, да? Вот так. Бывает вот так. Хорошо. С алмазами у нас. Опа! Давайте-ка заберем, наверное, вот эту вот всю гадость. Заберем елориум. Елориум мы сразу положим вот сюда. Сразу алмазов несколько штук, точнее 3. Так, давайте вот это все выгружаем. Надо сделать себе эндер-чест нормальный, я думаю. Да, нам нужен нормальный эндер-чест. О, другое дело. Странно, хотя вроде кирка клевая.
Ну, с кирками мы еще поколдуем. Так, продолжаем. Так, 14, еще 2. Всего 2. Отлично. Замечательно. Так, теперь это у нас есть, а вот с эндерперлами вопрос. По одному. Нам их надо, по-моему, как раз 4. Если я не ошибся нигде, то нам хватает их прям ровно. Так, плюсик. 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 И плюсик. Так, флюкс готов. Теперь нужен вот этот вот. Флюкс плаг. Нам нужно два редстоуновых блока. Ну, тоже, в принципе, думаю, не проблема. Надо добывать эндерперлы. Так, отлично. Раз и сразу делаем два. Так. А, ну и все вроде как бы. Почему у меня только один блок? А, понял, почему у меня только один блок. Мне надо сделать вот это еще. Так. Так. Отлично. Давайте посмотрим, заработает это все или нет. Значит, нам нужен один плаг. Куда бы его поставить? Куда бы его поставить? Давайте вот сюда поставим. Пускай будет один. И один ставим сюда. Что-то я неправильно делаю. Please select network. Так, давайте разберемся. Как же иначе? No, терпы, клик. А, во. Ну, create, к примеру. Все, он заработал, отлично. Так. И присоединим его сюда. Все. Ребята, работает! Работает. Но не собирает. Не пойму, как он работает. Может, я что-то неправильно делаю. Давайте посмотрим. Может, это не тот вообще. Да нет, один. Энергия есть.
он собирает то, что видит перед собой. Давайте попробуем я его вот сюда, вот, например, поставлю. Ох, как мне хорошо с джетпаком-то, ребятушки! А я уж был испугался. Ну, я так понимаю, он работает. Он работает. Давайте 7 тоже не загрузим. А как-нибудь ускорить его никак нельзя, да? Ну, в принципе, не важно. Главное, что он работает. Также я, наверное, хочу с пшеничкой сделать. Сейчас, кстати, посмотрим, собирает он эссенцию или нет. Я, кстати, даже не помню, куда я посадил. Если честно. Вот она. Но он работает. Он работает. Это прям вот стопудово. И это хорошо. Это очень хорошо. Я так понимаю, он тоже 9 на 9 походу ловит. Раз, два, три, четыре. Нет, раз, два, три, четыре. Ну да. Да-да-да. Да. И это он тоже собирает. Великолепно. Но ферму нам, наверное, придется тогда переносить в этом случае, потому что, ну, она очень неудобная. Ее придется перенести. Так, чем бы заняться? Может, давайте как раз ферму и перенесем, ребят? Давайте сделаем еще один Grove кристалл и перенесем ферму. Давайте. Давайте, наверное, этим и займемся. А я хлеб что выгрузил? А, нет, он не меня. Наверное, я сейчас сделаю... начну, наверное, делать то, что я и хотел, в принципе. Давайте сделаем. Давайте попробуем. Только из чего делать? Я даже не знаю. Из булыжника не клёво. Да, в принципе, все равно. Пускай будет из булыжника. Мы всегда можем заменить в случае чего. Так, нам нужно еще будет много факелов. Давайте еще, наверное, факела сразу сделаем. Так, тут книгу я пока выложу. И эссенцию я пока выложу. Так, мне нужен уголь. Вот уголь. Отлично. Так. Так, это надо вернуть обратно. Так. Вот это. Ведра нам, в принципе, нужны. Флюкс. Флюкс тоже давайте его уберем. Нердстоун тоже уберем. Нет, уберем. Ну и давайте начнем, наверное, я думаю. Где бы начать? Так, я так понимаю, 3-3. Вот здесь вот середина у нас. Здесь у нас середина.
Что-то у меня очень часто прям тут дожди идут, кстати, вот я что заметил, а вот прям сплошняком вообще. Дальше сделать. Я хочу делать платформы в виде круга, наверное. Квадрат не интересно. В виде круга. И делать их уровнями. То есть один над одним. Я думаю, будет довольно-таки прикольно. Да и добираться будет довольно-таки быстро. Сейчас, наверное, потратим время, построим ее. Так, я на секунду отвлеку. И, наверное, в этой серии мы построим нашу первую платформу. А в следующей серии я ее, наверное, просто перенесу. Так, давайте вот это будем считать за центр, наверное. Считать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже сбился. Уже на восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В принципе, можно еще, я думаю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. И давайте, знаете, еще что сделаем? Давайте, наверное, сделаем эссенцию. Точнее, будем выращивать землю. Так, как он называется-то? Мистикл. Ага. Забыл уже, как мод называется. Нам нужно семечко земли. Для этого нам нужна земля, инфериум и семя первого тира. Нам нужно семечко и просперити шард. Давайте возьмем. У нас тут их, в принципе, довольно много. Семечки я, по-моему, выгрузил. В принципе, давайте сразу эссенцию возьмем. Что-то я. У нас так мало эссенции. Странно. Вроде было больше. Ну ладно. Так. Еще укладываем наше семечко. Где шарды? Вот шарды. Так, так и так. Отлично. А, в принципе, все прям. Так, и нам нужна земля. И земли нам нужно много. Нам нужен целый стак земли. Не знаю, по-моему, у меня где-то была земля. По-моему, была. Я делал много ее земли. Так, ну вот есть 10. Больше нету. Это плохо. Хотя, в принципе, можно сделать вот так. Ну давайте сделаем. Так, надо 4 штуки. Так, до туда он сажает.
Так, 20. Давайте еще одну. Я думаю, будет достаточно. Вот так. И пойдемте сделаем семечки. Семечки земли. И будем выращивать землю, потому что добывать ее с помощью бочек я больше не хочу. Вот вообще никак. А, вот так это делается. Это делается вот так. И вот так. Да. И у нас есть 5 семечек. В принципе, я думаю, этого будет достаточно. Растут они быстро. О, у нас уже здесь, смотрите, сколько. Отлично, отлично. Давайте выгрузим. И в принципе, я думаю, давайте я сейчас нажму паузу, сделаю сам круг, потому что проматывать, я думаю, смысла нет. Можно, конечно, было подставить хорошую музычку, но сами знаете, авторские права, все такое. Поэтому я просто нажму на паузу, и мы встретимся с вами через секунду. И я вернулся. Как вы видите, на миникарте круг у меня не совсем вышел, но переделывать я уже не буду, пусть будет так. Так скажем, круг умеют все, но кроме меня. А такую хрень, как я, могу сделать только я. И теперь нам нужна земля. Нам нужно очень много земли. Да, нужно, наверное, сделать сразу ноду и сундучок сюда поставить временно, пока нет эндерчеста. Давайте, наверное, этим займемся. Ноды у меня, по-моему, были. Так, ну, по крайней мере, трансфер ноды у меня есть. Так называемые пайпы. Точнее, трансфер пайп она называется. Так, теперь мне нужна сама нода. Так, жидкостная. Так, вот нода. Отлично. Два сундука я видел здесь, вот, по-моему. Да, вот они. Давайте это все сделаем. Нет, не так. Надеюсь, это сейчас не я сбил. Вроде у меня семечек нет. Так, сюда ставим ноду. Сюда пайп. Так, апгрейд бы сюда поставить. Но, наверное, не поставится. Но в любом случае теперь... Ох ты! Фертилизит эссенции. Шанс дропа 1%. Отлично. Не знаю, зачем она нужна, но по-любому нужна. Так, а теперь посмотрим, сколько земли мы получим. По-моему, это вот так вот делается. Ребят, это великолепно. Просто великолепно. Мне нравится. Из 5 семян за 20 минут я получил 2,5 стака почти. Ну и давайте начнем застраивать это все землей. Здесь у меня будет, наверное... Ну, в основном это будет, конечно, огород, ферма. Но пока здесь будет размещаться все. Хотя, может, между серий, чтобы этих пробелов не было, я сделаю снизу еще такой же круг. И... перенесу базу туда. Пока пускай все остается как есть. Да, я, пожалуй, именно так и сделаю. Так. И, в принципе, еще я думаю, то, что можно вообще всю старую базу удалить, снести. И просто сделать ферму мобов уже здесь и получше. Так, сейчас главное вот не кликнуть, знаете, вот как мимо. Так, ну земля у нас уже кончилась, это плохо. Земля кончается у нас слишком быстро. Нам нужно еще больше земли. Еще больше земли. Давайте посмотрим, может там уже сколько-нибудь набралось. И сделаем еще семян.
чтобы больше земли было, чтобы она быстрее вырабатывалась. Потому что чем быстрее она выработается, тем будет лучше. Так, здесь 9. Здесь уже ничего нету, здесь уже ничего нету. Так вот жалко, нельзя. Так, ну посмотрим. 24 земли мы должны получить, я так понял. Да, 24 земли, это отлично. Эссенция у нас есть, пойдемте возьмем наши семена. Вот они. Скрафтим еще семян. Еще семян. И еще семян. Еще 6 штук. Отлично. Пойдемте посадим их. Теперь у нас будет в 2 раза быстрее все это происходить. Так, 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 так. И так. Отлично. Чем бы нам пока заняться, я думаю. Думаю я, вот чем бы нам пока заняться. Знаете, я думаю, наверное, закончим эту серию, чтобы она была покороче. А в следующей серии я уже... К следующей серии я уже подготовлю платформу, может даже две. И будем развиваться дальше. Крафт, крафт, еще больше крафта. Так что, ребята, мы с вами расстаемся ровно до следующей серии. С вами был Бивис. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно оставляйте комментарии. Всем счастливо, пока.